Жангалинскому району исполняется полвека. В честь круглой даты в местном культурно-досуговом центре организовали юбилейный концерт. Свои номера представили местные творческие коллективы. Край с однозначно богатой и славной историей. Так можно сказать про Жангалинский район. 10 марта сельчане отметят 50-летие с того дня, как местным жителям вернули статус их района. Первоначально он носил название Жангалинского. 23 декабря 1961 года центр района был перенесен из села Новая Казанка в село Маштексай. 24 мая 1962 года район был упразднен, а его территория передана в Касталовский и Фурмановский районы. Восстановлен 10 марта 1972 года. С тех самых пор район неуклонно растет и развивается. В честь грядущего юбилея в местном культурно-досуговом центре подарили зрителям прекрасное настроение творческие коллективы. В культурно-досуговом центре 9 народных и образцовых творческих коллективов. Сегодня они показали свое мастерство на сцене, выступили перед высокими гостями. Таким образом, лишний раз показали свой высокий уровень. На праздничном концерте выступили районные ансамбли «Ак Ажелер Ауена» и «Айзерия», образцовые танцевальные ансамбли «Нурбиби» и «Гуддаурен». На торжественном вечере группа артистов была награждена юбилейной медалью к 160-летию со дня рождения Дины Нурпейсовой.